Очистные есть, очищение становится. Локальные очистные сооружения текстильного предприятия «Миртекс» в Фурманове работают в режиме пуска наладки. Ни предприятие, ни застройщик не сообщили региональному стройнадзору о начале возведения объекта. И теперь для очистных сооружений невозможно получить необходимое заключение, чтобы перейти на штатный режим работы. Абсурдную ситуацию губернатор поручил разрешить в кратчайшие сроки. Признать право собственности на построенный объект предприятие может только через суд. Он же назначит независимую экспертизу, которая подтвердит, что объект безопасен для эксплуатации. Кстати, суд и обязал предприятие «Миртекс» оборудовать производство очистными сооружениями из-за сброса загрязненных стоков в реку Шача. Состояние самой Шачи еще мы оцениваем как неудовлетворительное, потому что имеются остаточные явления, связанные с продолжительным сбросом с этого предприятия неочищенных сточных вод. Необходимо провести ряд реабилитационных работ, восстановительных работ ночных сооружений городских города Фурманова для того, чтобы полностью обеспечить очистку и сброс нормативный в реку Шачь.